Семьям донецких горняков, погибших и пострадавших при взрыве на шахте имени Засядько, будет оказана адресная помощь по линии МЧС России. Владимир Путин поручил руководству ведомства проработать этот вопрос и выразил соболезнования семьям жертв трагедии. Слова сочувствия направил и патриарх Московский, и всея Руси Кирилл. Власти самопровозглашенной Донецкой Народной Республики несколько минут назад сообщили, что найдено тело последнего 33-го погибшего. 16 шахтеров пострадали. Всего в забое было 230 человек, когда произошел взрыв метана. По предварительной версии, из-за нарушений техники безопасности. В связи с трагедией по всей Украине сегодня объявлен траур.